Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон RAG Gear RG850. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве с помощью приложения настроек стереть абсолютно все данные с телефона. Итак, пробуем. Вначале мы нажимаем на настройки, чтобы в настройки войти. После чего переходим в пункт «Система». Здесь выбираем пункт «Заброс настроек». После чего «Удалить все данные». Сброс к заводским настройкам. Сбросить настройки телефона. Стереть все. Ну, вот и все. Осталось только подождать, пока абсолютно все данные, все настройки, все файлы уничтожатся с вашего устройства. Это может занять продолжительное время. Ну вот и все. Телефон успешно стер с себя все данные. Пин-код от сим-карты. К сожалению, не стирается. Вот. Телефон стер все данные с себя. То есть мы стерли с телефона абсолютно все данные. А телефон нужно заново настраивать. Спасибо большое за просмотр этого видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите какой-либо комментарий. До встречи.